Так самое интересное, сейчас можешь нарваться, ты же не знаешь, что в квартире. Звонишь, не говори, раз, изнасиловала. Боже! Но это не на твое счастье было, Верунчик. Не, ну, конечно, было пару раз таких удачных, знаешь, вот так заходила там на зиманьяки. А там же, знаешь, ну, дадут 20 копеек, кажут, идите. Ой, боже. Я, чтобы вам дать 20 копеек, еще, значит, особенно мне обижал, что она сказала, на ты вам печенье, на ты вам конфет. Я говорю, прекратите, я же Снегурочка, чи, извините меня, кто я, Кощей бессмертный. Не говори. Ой, ну такое, было всякое, конечно, было. Ой, я предлагаю...